Центральный район Минска – лепшее место для стартапов. Выника республиканского конкурса названия «Лепших мест в Беларуси для развития властной справы» сегодня огучили у столицы. Переможцы вызначились по минулогодних достижениях в сфере приватного бизнеса. Вместе с властями мы находимся в одной лодке. Вот, очень много усиления взаимозависимости от работы бизнеса, малого, среднего, крупного бизнеса и поддержки государством. Поэтому будущий успех и драйв развития экономики может быть только в синергии наших совместных действий. Два года назад я достаточно изучал экономику Беларуси, я видел, что не только центральные города, например, как Минск, там, или другие промышленные города, Гомы и так далее, они имеют развитую экономику. Но и по всем городам, по всем регионам одинаковый почти уровень. То есть культура бизнеса везде одинаковая. Это очень важно. Увогуле ж новый бизнес столицы Беларуси, признанный Гомель, гоноровыми грамотами отзначили установы эдукации и культуры, которые внесли наибольший уклад в реализацию бизнес-проектов.